Подключение к межконтинентальной евразийской транспортной системе – это стратегическая задача страны. Именно поэтому Казахстану важно развивать транзитный потенциал. Каспий открыл Казахстану выход к мировому океану. Модернизация и расширение мощности портов, рост объемов международных контейнерных перевозок – все то, что когда-то казалось недостижимым, сейчас реальность. О том, как осуществляется мечта, какие грандиозные проекты уже реализованы. Обо всем этом в новом авторском документальном фильме Александра Трухачева – «Морские ворота страны». Смотрите сегодня в 21:30 на телеканале «Хабар». На канале «Хабар 24» фильм можно будет увидеть завтра после итогового выпуска новостей.